День физкультурников в Самаре отметят большим спортивным праздником. 8 августа на второй очереди набережной пройдут всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2015». Будут работать площадки по пляжным видам спорта, состоится финал городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом». В программе также авиашоу, соревнования спортивных семей, автовыставка и выставка оружия, сдача норм ГТО, интерактивные площадки и детские аттракционы. Все желающие также смогут поучаствовать в спортивной эстафете. Место встречи – Чкаловский спуск. К началу в 10:30. Вход свободный.